Английская фраза дня. Вы готовы? Поупражняемся. Вот как звучит наша сегодняшняя фраза. She's unconscious. Она в обмороке. Или она потеряла сознание. She's unconscious. Если вам случится присутствовать на месте происшествия, вам может понадобиться фраза, подходящая для экстренной ситуации. Where's the nearest hospital? What happened? I don't know. She's unconscious. Keep her warm. Туристка спрашивает. Where's the nearest hospital? Где ближайшая больница? Прохожий спрашивает в ответ. What happened? Что случилось? Приезжая, туристка отвечает. I don't know. Я не знаю, но затем говорит. She's unconscious. She is. Она. She's unconscious. Без сознания. She's unconscious. Помните, что she is часто сокращают до she's. Unconscious. She is unconscious. She's unconscious. Прохожий отвечает. Keep her warm. Накройте ее потеплее. Это очень полезный совет на случай аварии или несчастного случая. She's unconscious. Запомнили? Тогда до следующей фразы. Bye-bye.